мероприятие, и оно будет выложено на YouTube-канале, и также мы сделаем рассылку по школьникам, по школам, по районам. Сегодня мы проводим День открытых дверей и преследуем несколько целей. Во-первых, я бы хотел здесь поприветствовать всех наших учащихся психолого-педагогических классов, которые в этом году созданы по инициативе министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова. У нас таких школ 14, психолого-педагогических классов 17 и ребят 360. Здесь какую цель мы преследуем? Конечно, прежде всего, это рассказать про педагогическую профессию, по профессии учителя, причем учителя будущего, который будет работать в системе образования с учетом как раз вашего возраста, с учетом вот даже десятилетнего формата событий. Учитель 2030, такая модель обсуждается. Поэтому наша задача рассказать вам об университете, о интересных проектах в системе образования, показать интересных людей и сделать максимально интересным вот в течение учебного года те события, которые мы запланировали. Я коротко о них скажу, а более подробно мы обязательно посвятим этому отдельную встречу и сделаем рассылку, потому что те, кто не зарегистрировался, пожалуйста, зайдите на сайт, есть баннер «День открытых дверей», и там есть возможность зарегистрироваться для того, чтобы мы могли вас приглашать в университет, осуществлять рассылку и привлекать вас к интересным мероприятиям в университете. Наша задача не только связана с тем, чтобы вы выбрали педагогическую профессию, но еще раз максимально интересно провели вот этот учебный год. Будут различные активности. Прежде всего, я бы хотел обратить ваше внимание на Акмулинскую олимпиаду. Вот одна из целей нашего разговора – рассказать об этой Акмулинской олимпиаде. В этом году она впервые получила статус Министерства просвещения, то есть в федеральный перечень она попала. Это означает, что лауреаты, победители Олимпиады будут иметь дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ, не только наши педагогические вузы Республики Башкортостан и в московские вузы в том числе. Поэтому, на мой взгляд, ну, есть определенная возможность, надо просто всем участвовать. У нас до 15 января есть возможность зарегистрироваться и пройти тестирование. Дальше будет для тех, кто хорошо выполнит, очень интересная программа, очное участие в педуниверситете. Мы вас будем приглашать в следующий этап. Ну и еще раз говорю, у вас в портфолио появятся вот эти дополнительные баллы. Они очень важны для тех, кто будет поступать.